В смысле? Чем ты свалил? Не знаю. Теперь надо как-то пиздануть монаха. Ну вообще я советую сбежать с поля боя, и пусть она вернется, и потом ее отпиздим. Слышишь? Дэн. Угу. Беги. Беги, принц, беги. Сейчас же этим. Теперь можем пиздить монахов. Чем готов? Save serious conversation. Давай так. Контрол, зажми контрол или атакуй. Гребаная шлюха. Сейчас еще и вторую зацеплю. Храни просто эту шлюху на пол.
Так. Ты трупы принципиально не лутаешь? У них, по-моему, у них и нет ничего. Беру свои слова назад. У принца подарок и у Марта. Да, в принципе, подарок вообще шикарный. Но вот у монахов точно ничего нет. Что-то мне этот жезл природы, что есть, что нет. Давай вот этого монаха. Только атакуй его вот, вот отсюда. Это сейчас не надо делать. Продолжаем издевательство. Труп-то обыщи. Да нет в них ничего. В монахах точно ничего нет. Эдди будет лечить Фейна. Нет, кто-то заморозит. О! А эффект нет, где?
пожарить бы. Ёбни ты ему нокдауном и все. Он умрет. От нокдауна не умирают. Прям ровно. Так. Кому нужен малахит? На продажу. Так, теперь пошли вот сюда. Принц, иди сюда. Че у нас нету? Нет, это не... Какой-то замок первого уровня, его может сломать в фаере. Так, мячик у принца. Мячик у мага. А, ну значит мага будет первым заходить туда. Вот заходи туда. Угу, заходи. Че-то я очкую с лайкой. А не очкую, Димон, все в порядке. Дальше. Дальше. Вынуть из рюкзака красный мячик. Бросить мячик. О, нога. Еще нога. Одна прикольная штука. Успел я одну собаку отрезать.
Так, теперь пошли вот сюда. Сейчас погодь, я отойду. Уже тыришь. Да тут есть картина. Блять. Ковальни нигде нету. Стоп, а сначала попизди с собакой. С которой? Которая в клетке сидит. Там собака?